Домогательство может случиться с каждым. Это может случиться с карьеристкой, как она. Это может начаться с мелочи, например, неподобающий комментарий со стороны коллеги. Это может серьезно мешать повседневной жизни, как и этот коллега, вмешивающийся в ее частную жизнь. Это может стать пугающе личным. Это может испортить чью-то жизнь. Преследование — это преступление. Прекрати поиски нежелательного контакта. Нет означает нет.